За пыльный воздух весной на мэра Новосибирска подал в суд бизнесмен Денис Тяглин. Раньше он занимался уборкой улиц без использования реагентов. Но, по его мнению, проблема возникает из-за некачественного песка, которым зимой посыпают дороги. Глава городской администрации должен контролировать работу в сфере экологии. Но Анатолий Локоть объяснил эти обвинения всего лишь нападками своих политических оппонентов. У нас идет агитационная избирательная кампания. Методы используются разные в этой избирательной кампании. Поэтому я отношу это именно туда. Именно вот эта попытка, так сказать, создать какой-то фон в ходе избирательной кампании, придать ей какую-то окраску, другого я не вижу.